Всем привет! Сегодня делаю обзор аэрогриля Боман. Такая вот она, на взгляд. Это вот съемная часть, как типа крышки. Там стоит спираль по кругу. Стоит вентилятор. Вентилятор, это который выдувает оттуда влагу при жарке. Потом вот такая вот тара стеклянная. Как казан. Большая такая. Это поддон. Внизу железный тоже. Чтоб проходил воздух. С ручками, чтобы перенести можно было. Сейчас будем раскладывать мясо. Включу, покажу, как она работает. Взяли стейки с Кауфланда. Сейчас будем жарить их. Так вот. Так, сейчас накрываем крышечкой вот этой. Все. Соединяем шнур. Кобелек, короче. Сейчас. Так, подсоединил. Включаем таймер. 60 минут, чтобы работало. Все, так, температура, будем мясо жарить, 220 сделаю. Все, начинаем включать. Здесь кнопка такая есть сбоку, когда ручку закрываешь, она начинает работать. Так, опускаю, все. Спираль нагрелась сразу. Так, спираль. И включился вентилятор. Пошел обдув. Она и прожаривать будет снизу. И будет влагу заодно вверх выгонять через вот эти дырочки. Такая вот у меня аэрогриль. Незаменимая вещь на балконе. Когда дома жара. На улице и дома невозможно ее ставить. Сейчас на улице 30 градусов пока с утра. Уже обещали 36 градусов на сегодня. Вчера было 38. Все. Вот я частенько мы пользуемся этой аэрогрилью. Такая неплохая штука. Хорошо поджаривает. Сейчас вот сначала с одной стороны, с верхней поджарится, потом переворачиваю и еще с другой стороны довожу до готовности и все. И готово блюдо будет к столу. Так вот уже кусочки наши поджарили сверху. На дне видно вода, жир вентилятором гоняет. С одной стороны удобно, потом это стеклянная. Посуду вымыл и все. Слил. И все чистенько. Такие кусочки поджаристые уже. Сейчас буду переворачивать. Кипит.
Так, еще вот такие вот идут к ней, с ней шли. Это ухват. И такой вот еще ставится поддон. Ну, это, наверное, больше для овощей. Чего-нибудь такого. Картошки. Можно картошку делать, наверное, здесь тоже поджаривать. Еще вот такая вот сетка тоже на ножках ставится на самое дно. И типа два шампура вот здесь, или три их было. Можно. Так, все, жарим дальше. Так, вот достал первую партию, поджарились так неплохо, положу еще. Четыре кусочка. Так, и на этом все заканчиваем наше грильное дело. Вот такие вот кусочки. Выглядит в аэрогриле фирмой Боман. Все, всем, кому понравился, ставим лайки. Не пропускаем интересного. Всем пока.